Но так и не получилось это настроить. Я сейчас как раз... А что с вертолетами? Ну все, они теперь должны спавниться, все их не нужно. Прям все будет в вертолете сразу? Нет, как с машиной. Ну, по крайней мере, там есть предметы. Ну, я могу типа свечу для вертолета найти где-то? Конечно. Я наоборот добавил это все говно на сервак, чтобы это можно было найти. Как заново учиться на вертолете летать? Ну, например, если я сейчас зайду базу строить, то что, как имеет смысл это вообще делать? Или ты тут откаты сделаешь 10 раз и тому подобное? Ну, нахуя мне откаты, если у меня все сделано? Не, ну мало ли. Я ж не знаю, закончил ты или нет. Ты мне спросил. А я не очень понял, а гелики и прочее, они все-таки спавнятся или нет? Потому что сколько часов катаем... Вроде как должно спавниться, но я хуй знает. Ебать, у меня разрядился гелик. Ключи можно только найти, полагаю, верно? Да. Их можно найти, там на сервере штук 60 должно быть. Да хрена дальше. Чем то, что ключей надо много. Ну что, Паша, когда-нибудь мастербаг добавится? Нет. Почему? А почему гелик можно добавлять в Паршак? Ну, потому что это, блядь, внедорожник более-менее похожий на какую-нибудь помойку типа УАЗика. А-а-а. Блядь, ну ты угораешь, давай, блядь, сейчас мы будем добавлять Паршаки, будь здоров. Потом ты будешь истерить о том, что ты не можешь проехать, что ты застрял и так далее. Я ни разу не истерил. Ну, будешь. И в итоге будет куча всякой хуйни, типа краши, потому что это говно, блядь, то застряло, то еще что-то. Пизду. Ну, застрять на чем угодно можешь, на самом деле. В спину забрали, мразь.